Здравствуйте, с вами Наталья Синика. И сегодня я вам предлагаю несколько упражнений для улучшения работы меридианов сердца, тонкой кишки и тройного обогревателя. Все, что мы с вами сейчас проделаем, будет способствовать тому, что энергия в этих меридианах начнет течь лучше, а значит и самочувствие органов, за которые отвечают эти меридианы, тоже улучшится. Все эти меридианы проходят по поверхности руки и заканчиваются или начинаются в области груди. Мы сейчас не будем делать акценты на том, где именно и какая точка, но, надеюсь, сами упражнения привнесут в вашу жизнь что-то новенькое и интересное. И начнем с первой позиции. Открываемся миру. Это упражнение можно выполнять сидя или стоя. Самое главное – открыть руки, ладони и почувствовать свою открытость миру. Мы в этой позе застынем, может быть, даже на 2-3 минуты. И все свое внимание переводите вовнутрь себя, на ощущение себя в этой позе. Эта поза помогает людям быть более открытым к миру, более открытым к самому себе. Постарайтесь, чтобы ваши плечи были опущены вниз, не задирайте их к ушам, спина прямая. И мы представляем, что энергия от области левой и правой груди движется к среднему пальцу, к средним пальцам обеих рук. Можно представить лучи света, которые исходят от области груди, проходят по внутренней стороне руки и выходит к среднему пальцу. Стараемся постоянно представлять этот пучок света. Не обязательно визуализировать какой-то цвет определенный. И спустя какое-то время вы начнете чувствовать тепло в области груди, которое распространяется по рукам. Дыхание спокойное, замедленное. Все внимание вовнутрь себя и стараемся представить, что или думаем, что луч света от области груди проходит к средним пальцам рук. И этот свет на своем пути пробивает любые заторы, справляется с блокировками. Не перенапрягайте челюстью, лицо свободное, спокойное. Делаем вдох, на выдохе опускаем руки вниз. Может быть, кому-то из вас было сложно это делать в течение такого времени, вы можете запросто сократить. Но поверьте, по мере того, как вы регулярно выполняете это упражнение, его выполнять становится легче. Следующее упражнение похоже на многим из вас известную планку. И его можно выполнять либо таким образом, поза стола. И в ней застываем тоже хотя бы на 1 минуту.
Помним про дыхание. Не задерживайте дыхание, дышите свободно, спокойно. И оставайтесь в этой позе столько, сколько вы можете, и еще одну секунду. Давление распределите и на ноги, и на руки. И опускаемся вниз. Следующая вариация этого упражнения может быть выполнена с вытянутыми ногами. То есть ноги выпрямляем и поднимаем тело. Кому-то, может быть, это покажется проще. Вытягиваем тело, стараемся уши и плечи отвести друг от друга как можно дальше. В такой позе мы включаем в работу три обогревателя: нижний, средний и верхний. И я думаю, многие из вас ощущают тепло внутри тела. Это как раз и есть признак того, что меридианы включаются в работу. И еще одно упражнение, намного более простое, чем предыдущее, заключается в следующем. Правую руку кладем на грудь, работаем с сердечным центром, левую руку открываем миру и представляем, как энергия из области сердца движется к мизинчику. И в такой позе застываем на 2 минуты. Закрываем глаза. И представляем, как все самое лучшее в нас в виде яркого света движется от сердца к мизинцу. Все самое лучшее, что есть внутри вас, движется от сердца к мизинцу. Стараемся не терять этот лучик света. Он идет как бы по задней поверхности руки к мизинцу. Все, что есть в вас, заполняет траекторию движения энергии, и это лучше заставляет светиться. И то же самое мы с вами проделаем с правой рукой. Опускаем левую руку. Если она устала, можно ее стряхнуть. Кладем руку на середину груди, левую руку на середину груди. Правую открываем миру.
И точно так же представляем, что уже не из области сердца, а из области правой груди энергия идет по задней стороне руки к мизинцу. Закрываем глаза. И точно так же представляем, что все самое-самое лучшее, что в нас заложено природой. Все самое лучшее, что досталось нам от предков. Все лучшее, что вы сами взрастили в себе, назревает мощным лучом света в середине правой груди и направляет свой лучик, этот свет, по руке в область мизинца, тем самым прочищая путь энергии, включая в работу само сердце, успокаивая ваши мысли, включая в работу ручные меридианы, то есть те меридианы, которые проходят по рукам, все самое лучшее, что есть у вас. Может быть, кого-то из вас это озадачит, а что во мне есть хорошего? Вот у вас есть 2 минуты на то, чтобы это хорошее найти и оттранслировать миру. Направить через свою руку к мизинцу. И это ваше самое лучшее будет стимулом для того, чтобы ваш организм служил вам как лучшему. Делаем глубокий вдох, выдох, соединяем ладошки на уровне груди и желаем своей сердечной системе, самому себе, всему, что вас окружает, самого-самого лучшего. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях ниже своими ощущениями, состояниями. Может быть, у вас возникли вопросы по поводу того, как выполнять эти упражнения. Я на них отвечу и прокомментирую. На этом я с вами прощаюсь. И будьте готовы к тому, чтобы с вами случалось все только самое-самое лучшее. С вами была Наталья Синика.